Bu kara dedin mi? Bir de kara. Bir de orada var. Milyonu emin de var. Этих сказочных героев выбрали, мы узнаем там, архитектора. Можно я буду просто у нас по отчеству, имени и отчеству нельзя на телевидении говорить, я буду поговорим с Петром.
полным именем я буду вас говорить, Петров. Все, и говорю вам слово. И получается, вы должны будете говорить все, если что, чтобы далеко от нас не отходить, чтобы оператор вас мог снимать. А вы держите микрофон и со мной разговаривать. У меня будет петличка, а вы будете держать микрофон сами и со мной разговаривать. То есть я буду вам задавать вопросы, вы будете отвечать. Ну, да. Так как все нам хорошо. Да, бехам номер вот этот. Мы вот сюда сядем. Да, а мы куда? Ну я ничего. Главное, чтобы оператору было комфортно и вам. Я-то ладно, ничего страшного. Нет, вас видно или нет? Да. Да. Вы только будете. Вот вы с трубой и я. Вас видно или нет? Да, конечно, я должна. Фотки будут время перемене. Мы сразу туда подкуриваем. Ничего я буду, если что, к вам. Или прямо плохо там капать. Надо, чтобы там не открывало, надо будет. Чтобы мы друг другу рядом. Нет, чтобы надо прямо туда, на это. Немножко. Ну, выйти один ножик. Нет, тогда уже не будет. Да? А мы тогда рядом будем. Ну, давайте, покажите, как я просто... Насчет того, что фигуры такие, почему именно ну, эти фигуры? Вы же можете, он же может ответить. Нет, ну он должен ответить. Ему же именно вот эти заказали. Так и скажите. Он же выбирал. Так и скажите. То, что надо было, сделали. Тогда расскажите, как долго вы над ними работали? Из каких материалов? Из чистого золота сделано. Пожалуйста, если пойдет дождик, я вам напомню. Видит-то тот. Держи, сейчас вот там. Да, иди там, час будет. Через час будет. Лебедь осторожно, лебедь будет кусаться, крупный лебедь, свалит тебя. Thank you.
Старайся наступать на вот на твердый пол. Там плавает. Там плавает. Чего ты горенько есть? Иди, Варва. Thank you.
Hasta, hasta. Hasta ni hitting, hasta ni hitting. Сейчас тоже вот через ограду летает, поэтому вот люди пускай не думают, что это наши вот за оградой летают. Они улетят и в следующем году вернутся, и я думаю, что они здесь каждый будут уходить своих утят. Вот, я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Прямо сейчас попрошу оператора показать, что здесь действительно очень много жителей нашей столицы. Все они наблюдают и смотрят, что сейчас здесь происходит. Ну и в завершение хочу у вас сейчас спросить, у вас очень много планов по благоустройству этого озера. Вот можете в нескольких словах рассказать? Ну так-то у нас долголетний план есть вот, об устройстве водоресурса. У нас в планах построить это посередине мост. Ну, конечно, это долгая история. Ну,
онлайн тогда то у него было. А ну интервью тогда было, но не было. Не, это не что, это только интернета ва. Турне гостилер. Yeah.
Витя, это рычайка, Витя. Мама.